Всем здорово. Решил чуть-чуть переключиться с коллекционного 43-го сегмента. Посмотрим новинку от Carorama. Это Audi A6 в таком синем цвете. Модель частично открывашка. Ну, давайте вскроем, посмотрим, что же там открывается и что из себя представляет эта новинка. Так, ну что, глянем. Вооружившись инструментом, начнем вскрывать. Что-то туговастенько она идет. Я заметил это на всех моделях Carorama, что до этого у Land Cruiser были. Все то же самое, все точно так же туго идет. Так, ну модель установлена на подставке. Так, сразу видим, что-то какое-то с колесами недопонимание. Оно здесь ходуном ходит. Как-то оно сильно выступает. Ну, посмотрим дальше. Ох, по покраске тут сразу бросается в глаза. Уровень покраски бок. Так, ну попробуем, что тут открывается. Багажник, уже неплохо. Открываем. Капот открывается. На предыдущих Land Cruiser'ах открывался только капот и двери. Тут добавили еще и багажник. Но пострадало очень сильно качество. Что же там, с колесика не до конца одета. По салону совсем ничего. Даже приборная панель не прокрашена. Просто черный пластик. Еще одну дверку глянем. На самом деле цвет очень приятный, если бы его производитель не закосячил. Ну, в соотношении цены качества сказать ничего не могу, потому что модель продается по цене как Маиста. Плюс-минус от 1,5 до 2 тысяч они продаются. Ну, кто на что гораст. Где-то можно и чуть-чуть дешевле найти. Ну, для коллекции, конечно, качество неприемлемое. Очень много косяков. По решетке видно, что хром вроде сделан по уровню кузова, все четко. Но вот черный пластик чуть-чуть не достает. Вот так вот на блике все это будет видно. По оптике. Оптика, в принципе, сделана неплохо. Дворники имеются. По задней оптике, ну, на троечку. Единственный вот плюс, что добавили элемент открытия багажника. Вот. На самом деле, ну, модель на твердую тройку. Из 10. Ну, честно, разочарован конкретно вот именно по покраске. Лично у меня это немножко бзик, что качественная покраска должна быть на модели. Здесь она отсутствует очень сильно. Ну что, будем, значит, искать какие-то еще модели на обзор. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что снять. Может, у кого-то есть какие-то предпочтения. На YouTube очень мало моделей, которые сняты, снимают абсолютно новинки и ходовые модели. А такие более отдаленные модели, как, допустим, тот же, что я недавно искал, 124-й Mercedes Алтаевский, его просто нету. Я снял небольшой шотсик, вроде как бы люди начали смотреть. Думаю, вот следующий его снять на обзор. Ну и все же хочу услышать ваше мнение, что вам нравится. Пишите в комментарии, подписывайтесь. Спасибо за просмотр.